Германии, Франции, Испании по боку, поехали по российской глубинке. Да. Вот мы ездим по самому маленькому городу России. Здесь всего лишь 866 жителей. И много куриц. До хера я сказал. Чекалин нас встретил дождем и полным безлюдьем. Ну, честно говоря, я ждал. Чуете у нас? Какое у тебя впечатление о городе Чекалине? Ой, ну наконец-то мы добрались до славного города Адоева. Впечатление очень симпатичное. Такой маленький, чистенький, аккуратненький городок с очень симпатичными домиками. Вот. Но он, конечно, знаменит в первую очередь тем, что это является родиной филимоновской игрушки. Шутить, свести так. Даже в самом страшном сне я не могла додуматься, что это медведь. Цивилизация! Ура! Есть на что посмотреть. Это Кузя и его мама. Обнаружили, как называется, Кузькиной матерью. Сейчас мы увидим вид, который открывался генералу Мирковичу со своего усадебного дома и его потомкам. Люблю озера синие, чего-то в полях ромашки рву. Но это любовь к России во мне здесь проснулась, ребята.